Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим настройку и работу протокола SNMP для коммутаторов мест 14 и 24 серий. Протокол SNMP включает минимальный набор команд, однако позволяет выполнять практически весь спектр задач по мониторингу и управлению сетевыми устройствами. Для настройки будем использовать коммутатор мест 24-28. Устройство содержит встроенный агент SNMP и поддерживает версии протокола V1, V2C, V3. Агент SNMP поддерживает набор стандартных переменных MIB. Актуальный набор MIB-ов доступен для скачивания во вкладке «Программное обеспечение» на странице «Центра загрузки» для выбранного вами оборудования. Для возможности администрирования устройства посредством протокола SNMP необходимо создать хотя бы одну строку сообщества. В качестве примера будем использовать версию SNMP V2C. Для начала создадим пользователя с именем User. Далее определим принадлежность пользователя к комьюнити с именем Netman, который присвоим произвольный индекс 1. Обозначим версию протокола SNMP для пользователя User. Присвоим группе разрешение доступа на чтение, запись, получение SNMP-трап по объектам, принадлежащим View, с именем ISO для всего дерева SNMP. Объекты, для которых разрешена отправка трапов, должны принадлежать тег-листу с именем tag. Отправляться на группу адресов с именем addr, в которую входит IP-адрес 192.168.1.1. Параметры отправки, определяемые пользователем user, указываются для каждого тег-листа отдельно. Для начала проверим отправку трапов с устройства на сервер. Для проверки сымитируем физический даун порта, проконтролируем отправку трапов программы Wireshark. Сразу же зададим фильтр SNMP для конкретного IP-адреса. Кладем порт. Наблюдаем трапы. От устройства с IP-адресом 192.168.1.239, дефолтный IP-адрес я не изменяла, до сервера, IP-адрес которого мы задали настройками выше, 192.168.1.1. Можно развернуть тело пакета и убедиться, что трапы прилетели по событию падения порта. Проверим также конфигурацию на возможность чтения и записи данных по SNMP. Проверку будем производить с сервера SNMP, развернутого на операционной системе Ubuntu. К примеру, просмотрим uptime коммутатора с помощью команды. Внесем изменения в конфигурацию, например, задав устройству hostname. Команда отработала. Убеждаемся в этом, выведя команду showrun в командной строке коммутатора. Мы рассмотрели настройки протокола SNMP, которые используются для управления и мониторинга подключенных к сети устройств.